Встречу с ульяновской «Волгой» «Лада Тольятти» начинала с хорошим эмоциональным настроем. Уверенности в своих силах способствовала победа на выезде в Нижнекамске в прошлом туре. Добавила позитива поддержка зрителей и старательного фан-сектора. Но запала хватило минут на пять. «Волга» навязала борьбу и понемногу прибирала нити игры в свои ноги. Неспроста Ульяновск в турнирной таблице выше нас. И на 25-й минуте гости, обманув тольяттинскую оборону, организовали суперголевой выход Ильдара Вагапова на свидание с голкипером «Лады». Защитник «Волги» решил пробить сильно, но не точно. Нас простили, а такая щедрость по футбольным законам наказуема. «Лада» проявила активность. И не самая зримая опасность в штрафной площади спровоцировала ульяновцев на очевидный фол – пенальти. К точке подошел Сергей Вахтеев. Удар вратарь угадал, но не дотянулся. 1-0. Изменение в счете на табло никак не поменяло хода игры. «Волга» захватила территорию, лучше комбинировала, опережая хозяев в ключевых эпизодах. Давление принесло свои плоды. Штрафной в непосредственной близости таил очевидную опасность. Наши вроде изготовились, но Марат Сафин все равно перехитрил, классным ударом направив мяч в угол, и побежал праздновать к своей группе поддержки. 1-1. Веселый, результативный футбол первого тайма отправил команды на перерыв, накопить растраченные эмоции. Вторая половина встречи начиналась с борьбы в центре поля, череды нарушений и небольшого позиционного преимущества «Волги». Активность даром не пропала. Ситуация – зеркальное отражение первого тайма. Нарушение в том же самом месте. И пенальти в те же ворота, но с голкипером «Лады». Марат Сафин оформляет дубль, и «Волга» выходит вперед. 2-1. Уступать на своей поляне при горячей поддержке болельщиков даже сильному сопернику «Лада Тольятти» не собиралась. Заработали фланги, и верное оружие нашей команды – стандарты. Подача от флажка слева, и Александр Смирнов прямо-таки вносит мяч в сетку. 2-2. И это еще не все. Розыгрыш штрафного с правого фланга атаки. Навес, и Сергей Вахтеев записывает на свой счет второй мяч. «Лада Тольятти» впереди. 3-2. Справедливости ради, «Волга» поражения не заслуживала. И когда Ильдар Вагапов неожиданным маневром поставил в тупик нашу оборону, никто особо не удивился. 3-3. Прекрасный результат веселого весеннего матча достойных соперников.